Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить о ситуации в Украине на последний час. Самые интересные новости, что происходит в городах Украины, какие события произошли на этот час. Российские оккупанты вторглись в город Славутич и захватили городскую больницу. Вот на карте город Славутич около Чернигова. И вот по этой карте, сейчас я вам покажу, вот город Славутич, и вот он в кружку уже красным. Значит, да, он уже захвачен. Ну и вот такая информация. Так, и сейчас конкретно, что происходит в Славутиче. Сотни граждан окруженного Славутича провели акцию против российских войск. Видите, на фотографии, вот, жители вышли с флагом Украины. Так, утром городской совет призвал жителей к участию в акции. Он попросил в случае угрозы жизни не провоцировать вражеские войска. Так, 24 марта российские военнослужащие обстреляли блокпост на въезде в Славутич и начали попытки захвата города. 25 марта городской совет призвал этих жителей не выходить из домов, потому что в городе работают снайперы. И вот сейчас там акция протеста против оккупации российских войск. Вот видите на фотографии. Так, российские войска избегают городских боев. Вероятно, что они продолжат обстреливать города дальней артиллерией, бомбить авиацией. Ну да, в основном они сейчас как бы стараются обойти большие города, потому что шансов уже нет, сил. Малая численность сейчас российских войск. Они просто обстреливаются, ну, из ракет и артиллерии на расстоянии. И вот сейчас последняя информация, сколько армия России потеряла на сегодняшний день. Уже больше 16 400 человек, 575 танков и самолетов очень много. Так, вот самолетов, 117 самолетов, очень много беспилотников еще, автомобильной техники. В общем, нереально много потерь сейчас армия России теряет людей уже и пытается пополнить, как бы сказать, призывами, никто не идет воевать. Правда, сейчас уже наемники подписались воевать. Там я вам сообщу информацию. Так, увидеть Мощун и умереть. Это все, что осталось от оккупантов, которые пытались ворваться в Киев. Но бойцы 72-го, это имени Черных запорожцев, устроили им котел в направлении Пущи Водицы, Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Да, там, говорю, под Гостомелем, там армия РФ столько потеряла своих войск, а эти три города, да, Ирпень, Буча и Гостомель, и продолжает оттеснять врага дальше от столицы. Вот их документы, военные билеты, все, что осталось от российских оккупантов. Так, в состоянии на 26 марта самая тяжелая ситуация сейчас сохраняется в Донбассе. Сейчас я вам на карте покажу. В общем, все силы армия РФ бросила на оккупацию Донбасса. Сейчас уже поняли в генштабе, что уже взять практически Киев не удастся, Одессу уже все, полностью отказались наступления, только Донбасс. Сейчас вся вот группировка будет Донбасс штурмовать. Это самая последняя информация. Уничтожены рашистские БТР-82 в Черниговской области. Вот, посмотрите, что осталось от БТР. В общем, вот эти российские войска, во что они превращаются, в металлолом полнейший. Так, ну и самая основная информация, я буду сейчас зачитывать. Российская пропаганда изменила риторику войны против Украины. Россиян готовят к менее грандиозным победам. Отмечается, что начальник генштаба РФ Сергей Рудской продвигает, ну, такую информацию, что основная цель российской армии – освобождение Донбасса. При Совете Нацбезопасности обороны. Я говорю уже, российская вся пропаганда говорит, нам, в принципе, надо взять Донбасс. Ну, вот Мариуполь, там еще идут бои в Мариуполе. Видите, красно-синим огоньки горят. И вот все наступление сейчас здесь. Северодонецк, Лисичанск, Рубежная. Вот все силы бросили на окружение. В общем, вот такая информация. И сейчас еще последние новости, что в Мелитополе российские нацисты начали охоту на тех, кто отказывается признавать оккупационную власть. Вот Мелитополь здесь, здесь вот Бердянск, где корабли взорвали, здесь Мелитополь. И сейчас они, как бы, российские оккупанты в Мелитополе охотятся за теми, кто не хочет подчиняться захватчикам.
И вот теперь представитель российской комендатуры уже есть такая, собирает глав этих и предлагает сообщать, где живут типа фашисты. Под понятием фашисты подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь это Россия. А, они уже считают, российские оккупанты, что Мелитополь это Россия уже. И кто сохраняет, демонстрирует флаг Украины. А также кто считает украинскую власть единственной легитимной, говорит в администрации. Да, они даже преследуют журналистов-то. Они требуют от них перестать работать в пользу Украины, запугивая тюремным заключением по статье о терроризме российского законодательства. Представляете, до того обнаглели, что они эти районы уже оккупированные, вот Мелитополь, там вот эти, где Энергодар, они считаются уже российскими, там уже российские флаги повывешивали, и уже все. Если жители выходят с украинскими флагами, их называют фашистами, и уже им за, по российскому законодательству хотят сроки припаять, как будто они уже живут в России. Ну вот сейчас последняя информация. Британия представляет Украине антибатарейные комплексы, дальнобойная такая хитрая, новейшие установки, а Турция еще партию Байрактаров. Сейчас последняя новость. Британия предоставит Украине антибатарейные комплексы, а Турция еще большую партию Байрактаров, заявил Борис Джонсон. По его словам, антибатарейные комплексы представят для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян. Они также смогут бить по российским кораблям на дальнем расстоянии. Ну, это современное оружие для уничтожения кораблей, которые на рейде находятся там под Одессой. Так что сейчас легче будет Украине еще защищаться от оккупантов. Ну вот я вам говорю, что в Беларусь летят члены Хезболлы. Видите, Хезболла. Так представляете, Лукашенко уже не побоялся своих десантников в бой на пушечное мясо в Украину, так решил Хезболлой типа заменить. На следующей неделе в Беларусь прибудет первая партия из 200 членов Хезболлы. Их перебросят из Дамаска на военную базу в Гомельской области. И они 29 марта отправятся в Украину воевать за Россию, сообщает российская «Новая газета». Вот, речь идет о найме 800 человек. В общем, 800 добровольцев Хезболлы, как бы наемники они. Плата за наем одного, по данным издания, $1500 в месяц. Ну, за бабки идут воевать. Вот документы их, вот подписи, печати, автомат, пулемет. И, в общем, $1500 им светит, как бы, ну, заманивают. Ну, там фарш с них сделают. Хезболла обладает регулярной армией, которая сдерживает врагов Ливана. Ну, и они вот, не знаю, почему их пишут, в Украину направили. Зачем? Что они там потеряли, типа... Не знаю, это я этому Ливану закончится все это трагически, кто это посылает. Американцы узнают, я думаю, там не сладко этим правительству Ливана кончится, раз они наемников послали 800 человек. Ну толку с них мало будет, их там разбомбят на фарш и все. В общем, вот такие информации, ребята. Так, ролики длинные делать не буду, покороче. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.